моего сына, Дима, тебе вручается микрофон. Поднимите, пожалуйста, руки, скажите, у кого есть дома домашние животные? Вот, посмотри, у многих. А у кого есть дома коты? Ну, это тоже, конечно, домашнее животное, но я не зря заговорил именно о котах, потому что у нас вот тоже живет кот, как его зовут, Дима? Филя. Ну, и мы с Димой решили, что следующая песня – это как раз про него. Он простой обычный кот, рыжий масти, веселый, жизнерадостный и любит петь песни. А вместо микрофона он обычно берет свой хвост и поет примерно вот так. Поехали! Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис-мяу. Вот и вся.